Я человек приметный. В смысле, приметы верю. Все приметы хорошо знаю. Вот если левая рука чешется, почему это? Правильно, деньгам. А если не чешется, значит кризис. Или, например, правая рука чешется, значит здороваться. А если спина чешется в самом низу, значит может не поздоровиться. Вот у моего Шурина есть такая примета. Вот если он что-нибудь приметил, обязательно стащит. Вот верная примета есть. Или вот, например, такая примета есть. Вот у жены с утра с мужем чутко есть, но добрая, исполнительная, ласковая, нежная. Это означает, что вечером у ее мужа зарплата была. Или вот такая примета есть, знаете. Черная кошка дорогу перебежала, значит, надо ждать, что кто-нибудь другой проехал. Вот я с этой приметой лично столкнулся. Ну, мы с женой с Вилетой ехали к Шурину в гости на машине моей. Ну, у меня не совсем машина, у меня Жигули старая, но с хорошей памятью. Она помнит бензин по 40 копеек, да вы что, на водку помнит за 3,62. Правда, очень хорошая машина, удобная. Меня, когда на ней гаишники видят, сразу отворачиваются. Но дальше жену везти можно, но только свою. Чужие сами не хотят. Ну, мы с женой едем, к Шурину на юбилей. У него серебряный развод был, от него 25-я жена ушла. Ну, чтобы не сократить дорогу, решил я через деревню проехать. Только повернул налево, и вдруг кошка черная дорогу перебегает. Я по тормозам, Билета орет. Она у меня всегда орет, когда головой об стекло бьется. Что ты встал, едь? Я говорю, куда ехать? Я говорю, черная кошка дорогу перебежала, примета плохая. Твоя сестра может гости на полгода приехать. Она говорит, какая сестра? Я говорю, какая? Я говорю, которая хороший аппетит, которая целыми днями, ночами ест с холодильника, с морозильника. Она говорит, едь, а то мы сейчас опоздаем, мы уйдем опозданниками. Я говорю, примета плохая. Мне тоже как-то дорогу черная кошка перебежала. Я вот один с тобой познакомился. Я говорю, я не могу ехать. Подождем, пусть кто-нибудь первый проедет. Ну, я вышел из машины. Потому что не могу сидеть с женой, когда она толкает, щипает, кусает. Вышел, думаю, может быть, кого-то уговорю. Смотрю, мужик на мопеде. Ну, я ему 500 рублей даю и говорю, дорогой, приезжай вперед, тебе все равно терять нечего, ты и так на аки. А этот эгоист, он так обучился, так напрягся, как негр в проруби, и говорит, эй, не поеду, черная кошка дорогу перебежала. Я хотел купить машину Мерседес, и вот, пожалуйста, аку. Я говорю, так это же тоже хорошая машина, на ней круто смотришься, как космонавт. Все видно тебе. Ну, потом смотрю, похороны идут. Ну, похороны там, значит, все люди в черном, как положено, танцуют, поют. Все хорошо, все хорошо. Я думаю, сейчас похороны пройдут, и мы за ними поедем. Эти похороны, как про черную кошку услыхали, встали, как вкипяченые такие. Я говорю, вы-то что встали, вам-то что терять? Проходите спокойно, спокойненько. Я вам еще денег за поминку дам. И тут главное, выходит такой здоровенный такой, который на этой гармошке, и говорит, извини, брат, я постою и не хочу рисковать. Я никого-нибудь хороню, а чё же свою любимую? Я говорю... Он говорит, я в приметы не верю, но вдруг она поднимется, как в соседнем дворе трясучая было. Так что ради любимой тёщи, брат, я до утра постою. Тут же ко мне мужик один на джипе подходит, дает $100, дает, говорит, бери, вот тебе, я прошу, приезжай первым, я не могу. Мне тоже как-то черная дорога кошку перебежала, в общем. А ночью без предупреждения жена из командировки приехала. Я был один. Сижу в бассейне, рядом со мной 13 девушек, представляешь? Две приметы сразу. 13 и черная кошка. Жена на нас такими голосами смотрит, а мы все в бассейне без купальников.
а он так хочет что-то сказать, а у него изо рта огонь. И она как палец на меня как показывает. Я говорю, дорогая, говорю, не поверишь, клянусь мамой, меня назначили тренером нашего сборной по синхронному плаванию. Видишь, вон, работу на дом взял. И потом говорит, я ей кричу, говорю, дорогая, включи музыку. А дальше ничего не помню. Это сказала, вот больше ничего не помню. Очнулся реанимации с переломами всего, чего можно было во мне сломать. А в ухо был воткнут вантуз для прочистки ванн. А рядом один мужик на тракторе сидел. Он говорит, это хорошо, что оделся. Мой брат с рыбалки с русалкой пришел, до сих пор очнуться не может. Ну, короче, стоим мы на дороге, никто не хочет ехать, машины сигналят, воронятся сюда-сюда, туда-сюда. Все стоят, эти похороны, значит, поют, уси-пуси, аки-пуси, муси маленький, ты мой-ки, уси-уси. И вдруг видим, свадьба едет. Ну, как положено, все выпивают, смеются, поют. Они как про черную кошку услыхали, посмеялись и дальше поехали. Молодые правильно сказали, что нам черная кошка нас любовь не отберет. А любовь ведь она ничего не боится. Я сел в машину, обнял жену, она поцеловала меня. Вспомнили мы молодость, когда мы были на свадьбе вот это. Вспомнили, как вот никакая черных кошек не боялись. Нажал я на газ, да поехал вперед. А молодые, которые проехали, мы пожелали им счастья, любви и взаимопонимания, чего и всем вам я желаю, мои дорогие.